10 продуктов для здорового сердца. Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как правильное питание может помочь нам укрепить наше сердце. Я подготовил для вас список из 10 продуктов, которые являются настоящими союзниками в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы. Овес. Овсянка – идеальный выбор для здорового завтрака. Богатая растворимыми волокнами, она помогает снизить уровень холестерина в крови и укрепить сердечные мышцы. Лосось. Лосось – отличный источник омега-3 жирных кислот, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшают функцию сердца и сосудов. Орехи. Грецкие орехи, миндаль и кешью – все они богаты антиоксидантами, витамином Е и незаменимыми жирными кислотами, что помогает снизить уровень холестерина и укрепить стенки сосудов. Оливковое масло. Оливковое масло – здоровый источник мононенасыщенных жирных кислот, которые способствуют улучшению работы сердца и снижают риск развития болезни сердца. Фрукты и овощи. Яркие фрукты и овощи, такие как ягоды, яблоки, шпинат и брокколи, содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, которые поддерживают здоровье сердца. Чеснок. Чеснок содержит аллицин. Это вещество, которое помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление, улучшая работу сердца. Цельнозерновые продукты. Пшеничные отруби, коричневый рис и цельнозерновые хлеба являются источником растворимых волокон, которые помогают контролировать уровень холестерина и сахара в крови. Бобы и фасоль. Богатые белком и растворимыми волокнами, бобы и фасоль помогают снизить уровень холестерина и сахара в крови, укрепляя сердечно-сосудистую систему. Темный шоколад. Темный шоколад содержит антиоксиданты и флавоноиды, которые снижают риск развития болезней сердца и улучшают кровообращение. Зеленый чай. Зеленый чай богат антиоксидантами, которые помогают снизить уровень холестерина, улучшают работу сердца и сосудов. Итак, друзья, помните, что забота о вашем сердце начинается с правильного питания. Используйте этот список продуктов в своем ежедневном рационе, и вы обеспечите своему сердцу здоровье на многие годы вперед. Берегите себя и свое сердце. До скорой встречи!